завтра у меня все болит. Нас разбудили, у нас сейчас завтрак будет. У нас праздничный завтрак, омлетик с зеленью и такие горячие бутерброды, чай. Так что всем приятного аппетита и хорошего дня. Ой, у нас утро замечательное. Сейчас покушаю и посмотрю, покажу вид с окна, какой у нас. Вот так вот мне нравится, чтобы кошечка сидела на подоконнике, смотрела в окошечко. Пуся, Пуся, кс-кс-кс. Мой красавица. Мы знаете, что смотрим? Мы смотрим Машенька и медвежонок. Да, Ленка, у нас завтрак детства. Мы кушаем и смотрим мультики. Старая. Смотрите, идут люди с флагами Украины и кричат: «Слава Украине! Слава!» Сегодня же 9 мая, всех, кстати, с праздником, 9 мая. А у нас вроде как праздновать не будут. Как бы будет каждый сам по себе, знаете, чтобы не было никаких... Ой, что я снимаю? Чтобы не было никаких столкновений. Ну, сами понимаете, сейчас на Украине обстановочка немного такая напряженная. Вот, пока люди идут, покажу вам вид с 8-го этажа. У меня сестра с тетей на 8-м этаже живут. Мы сейчас находимся в городе Комсомольске. Смотрите, вон там Днепро и залив Днепра-Барбара. Все это усыпано деревьями. Там есть еще памятник, в принципе, мне кажется, они идут туда. Потом поле, цветут каштаны. Поле, там дома из кустов, там сделано все очень красиво. Алинка, вот это здание, что это за здание? Серое, там Госдума сидит? Горисполком. Горисполком, да. Ленин здесь стоит, целенький, невредименький, между прочим. Вот. Ой, у меня батарея села, надо сейчас поставить. Вот, это центральная улица, похоже, вот это вот. Да. Там все магазины, мы сейчас с Алинкой пойдем гулять. Вот, так что вот такой вот, такой вот... А, вот это вот ЗАГС. Вот, вот, это, вот эти вот дома. А, нет, значит, вот эти, Алина мою руку поправляет. Вот здесь вот находится ЗАГС. Вот, ну мы там будем гулять, я еще покажу. Что, вот так вот очень красиво, зелено у нас, у меня на родине. Вот, так что мы пошли собираться, одеваться и идем гулять. Погодка хорошая на улице, так что все замечательно. Мы сейчас гуляем, и это у нас памятник Стелла. Памятник кому? Слава. Вот. Тут елочка, столько елок. Да, вон цветы. Каштаны цветут, да. У нас здесь находится вот это, да, 5-я школа? 5-я и 4-я, и это набережная, там Днепро. И здесь у нас аллея, на которой все рисуют красками, когда заканчивают учиться. Или кого-то отправляют на этот, на службу, в армию, пишут. Вот, вот счастье. Что это там? А, счастливые службы. Женечка. От родных и друзей. 21 мая 2011 год. Вот, и тут куча-куча всего написано разного. Красота здесь. Столько сейчас цветет этих кустов. Белые невесты, ромашек, каштаны. Вообще. Классно. Никого. Правда, по-английски, да, написано? Да. Тоже выпуск 2007, 11А. Мы тут гуляем, тут типа садика, и тут куча-куча целая, очень много сирени. Тут абрикосков, уже есть абрикоски, только не зелененькие. Мы в детстве их кушали очень много. Вот, мы пофоткались возле этого огромного куста сирени. Тут прям типа садика, знаете, возле этого, возле дома. Абрикоски, тут ириски, ирисы, о, ирисы. И либо по-простому петушки. Как тут еще не расцвели, там дальше в городе есть цветы. Слушайте, а тут вообще ходить можно? Можно. Можно? Зелень. Вот это школа. Да,
четвертая, да? Я в первую училась, она далеко. Ну, никак недалеко, но не здесь, короче, находится. Мы ходили, гуляли, гуляли. Наконец-то подключили мне интернет, так что я теперь с WhatsApp и с интернетом. И сейчас идем домой кушать. Вот. Все, мы наелись с Алинкой домашних пельменей и идем гулять дальше. Дальше по магазинам идем, потому что мы прошли только одну часть. Захотели кушать, пошли домой, сейчас идем дальше. Мы сейчас идем возле библиотеки, да, у нас здесь вот библиотека городская, а рядышком ЗАГС, да? Вот. Это как бы считается центр города. Как бы, вроде бы, там дальше все магазины идут. Ой, ой, а что ж ты говоришь, тюльпаны? Вон они, тюльпаны. Желтенькие, еще есть. Ну, по сравнению с теми клубами, которые там. Да, ну смотри, они, видишь, уже тут почти отцветали. Ну, чуть-чуть осталось все равно тюльпанов. Вот. Сейчас как раз обед прошел. И мы идем это. Сейчас магазины тоже здесь на обед. Некоторые закрываются, некоторые... Вот ЗАГС. Все закрыто. Ничего особенного в здании. Смотрите, какая масенькая елочка. Мы сейчас идем по аллее. Вообще у нас в городе очень-очень много зелени, много растений. И это мне очень нравится. Тут сплошные парки. Честное слово, бери ребенка и гуляй. Да просто без ребенка сама ходишь, гуляешь. Тут красиво у нас все сделано. Этим мой любимый Комсомольск мне очень нравится. Мы ходим по магазинам, смотрим на цены. Я офигеваю, грубо говоря. Потому что здесь очень все дорого. Нам вещи, одежда, обычные шорты, джинсы намного дороже, чем у нас в Испании можно купить лучшего качества. Вот. Так что я хожу и офигеваю. Мы сейчас идем в другой магазин, тоже посмотрю. Я хочу себе сегодня купить разные масла для волос и всему тому подобное. Вот, так что ходим с Алинкой, гуляем, она меня водит здесь. Так что мы сейчас идем, мы идем вообще к бабушке, но по пути к бабушке решили походить по всем магазинам. Там Владушка скоро проснется, уже у нее обед, она спит. Она, скорее всего, проснулась, так что сейчас гуляем. Смотрите, сколько ромашек, столько. Вообще, вот эти, вообще круто. Так, светофоров нету, да, здесь? Там светофоры. Так, идем в этот магазин. Раньше он назывался Детский мир. Сейчас с одной стороны Детский мир, с другой стороны торговый центр. Ага, то что мы вот идем в торговый центр. Как бы у нас в Испании торговый центр — это совсем другая вещь, а здесь это другое. Я была маленькая, меня бабушка моя очень часто к себе на работу брала, и мы возвращались. Сейчас я иду по родной улице. Здесь я провела все свое детство. Такая аллея, и она... растет, обставлена, короче, вся каштан. Сейчас каштаны цветут очень красиво. Это у нас аптека, уже сколько звонок лет? 30. А эти магазины до сих пор работают или уже нет? Да. Все работают. Нас тут любят на этих писать. На асфальте. Да. Мы сейчас идем к бабушке.